Международное агентство по возобновляемым источникам энергии официально подтвердило свое участие на выставке «Астана-экспо-2017». Договор подписали генеральный директор организации Аднан Амин и комиссар «Экспо-2017» Рапиль Жушибаев. Подробности в сюжете моей коллеги Айгери Максакаловой. Тема возобновляемой энергии становится все популярнее. Главы государств и мировые аналитики подчеркивают, насколько дальновидным и своевременным шагом было обозначить альтернативные источники темой предстоящей в Астане международной выставки «Экспо-2017». В рамках рабочего визита Рапиля Жушибаева был также подписан договор об участии в «Экспо-2017» Международного агентства по возобновляемым источникам энергии. Стоит отметить, что данная организация проявляет особый интерес к тематике выставки и способствует переходу Казахстана к зеленой экономике. Будучи в Казахстане, я был приятно удивлен огромным стремлением и вкладом вашей страны и лично президентом в развитие альтернативных источников энергии. Наше агентство будет активно участвовать в выставке «Экспо-2017», чтобы вместе с Казахстаном оказать влияние на международное сообщество по развитию энергии будущего. Я думаю, что Ирина покажет очень много интересного, большой вклад сделает на нашу выставку и готова принять на практику наших специалистов в области возобновляемых источников энергии. Конечно же, они помогают нам по волонтерской работе и будут также работать в дорожной карте перехода к зеленой экономике нашей страны. Что же касается национального павильона самих Объединенных Арабских Эмиратов, то здесь арабам есть чем похвастаться. Для разработки концепции и оформления 1000 отведенных этой стране квадратных метров пригласили крупнейшего в мире разработчика выставочного и музейного дизайна компанию Ralph Applebaum Associates. Готовый проект уже представил комиссар национального павильона ОАЭ Салим Аль-Амери. Наш павильон будет одним из самых больших на выставке. Мы полностью готовы, все организационные моменты уже отработаны. Мы думаем приступить к оформлению нашего павильона в начале января следующего года. Надеемся, что он привлечет как можно больше посетителей. Объединенные Арабские Эмираты стали первым государством на Ближнем Востоке, которое официально подтвердило свое участие в «Экспо-2017». Всего же, по словам комиссара международной выставки «Экспо-2017» Рапиля Жушибаева, в Астане свои павильоны откроют 112 стран мира и 18 международных организаций. Айгери Максакалова, Асан Толеу, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.